Привет, друзья! Здрасте! Вы на канале Heartbreakers, и с вами мы, Андрей и Михаил. 25 октября совсем скоро будет отмечаться Всемирный день пасты. В этот день во всем мире, в разных странах, а в основном в Италии, будут проходить массовые поедания этого блюда. Итальянцы вообще каждый день едят пасту, и за год они съедают примерно сколько? 26 миллионов тонн. Да, во всем мире не итальянец. Итальянец один съедает 26 килограмм, пока Извините. До миллионов не дошло. Ага, да. А во всем мире, да, съедается около 13 миллионов тонн, и мы в этом им поможем. Да. Сегодня мы готовим пасту спагетти с индейкой, с соусом. А-ля Альфредо. И для этого мы взяли индейку. Угу. Брокколи. Помидоры. Там черри. Перец. Перец болгарский, чесночок. Чеснок. Пармиджано реджано. Сливки. И зелень, опять же, как у всех, по вкусу. Сливки не жирные, индейка не жирная. У нас ничего не жирное, потому что рецепт правильного питания. Да. Начинаем. Поехали. Будете выбирать пасту, макаронные изделия для своего рецепта, будьте, пожалуйста, внимательны. Если на инструкции пишут, что варить нужно 5 минут, варите 3-4 минуты, потому что потом она дойдет уже во время тушения со сливками до своей нужной кондиции. Мы первый раз использовали домашнюю яичную лапшу, которую, в принципе, не надо было отваривать, а мы зачем-то ее минутку поварили. Но это никак не скажется на вкусе, потому что запах шикарный, вкус великолепный, да. Мы уже... И присоединяемся к людям, которые во всем мире тратят 13 миллиардов долларов в год на покупку, приобретение и поедание этой пасты, ну не только этой, всех макаронных изделий. И вы присоединяйтесь, отметьте правильно день пасты всемирной, приготовьте 25. Лучше, чем мы, и пишите об этом в комментариях, и лайкайте. Лайкайте. А мы есть. Мы хотим есть. До скорых встреч. Жрать!